умирает старая проститутка, вот прям умирает, она там при Ленине еще работала, и все проститутки собрались, потому что она там прям гуру. Если я буду так умирать, вот, вы тоже приедете. Вот, она умирает, и все проститутки собрались, говорит, у нас к тебе есть вопрос, она, какой? Она говорит, скажи, пожалуйста, вот ты прожила долгую жизнь, только сексом занималась, какие... члены самые лучшие. Он говорит, в смысле? Он говорит, ну какие, маленькие, средние или большие? Она такая, конечно же, средние члены самые лучшие. Проститутки все-таки говорят, ну мы бы поняли, если бы ты сказала, что большие члены лучше всего. Мы бы поржали, если бы маленькие. Почему средние члены лучше всех? Она такая, больших не бывает. Баклажан, дядя Толя.